Всем привет! С вами команда Opt. Сегодня мы покажем вам настольную игру Aliens. Откроем коробку и достанем детали и саму игру. Готовим игровое поле и разлаживаем карты по категориям. Категории разделены по цветам. Голубые карты – это общие вопросы. Цвет клетки на поле тоже определяет категории. Номер клетки – это номер слова на карте. Фиолетовые – животные. Зеленые – география. Оранжевые – карты условия. Если вы стали на клетку с оранжевым уголком, нужно выполнить условия карты. Желтые – знаменитости, а красные – сказки и мифы. Клетка с мимом – объяснить слово пантомимой. Клетка с карандашом, значит, слово нужно нарисовать. Если вы стали на треугольную клетку, возьмите карту нужного цвета и придумайте 5 слов из категории, которая на ней написана. Если вы попали на клетку с пазлом, нужно собрать пазл за 1 минуту. Если получилось, 2 шага вперед. Не получилось, 2 шага назад. Цель игры – первым добраться до финиша. Хотите сыграть и вы? Ссылка на игру в описании. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.